Доброго дня, зрители, слушатели. 30 сентября 2022 года. Город Славянск. Последний день сентября. Обстановка в городе, как и раньше, без изменений. Ночью было громко. Утром и днем тоже пару раз. Это уже такие наши будни. Обычные. Вода, свет, интернет в городе есть. Газа и отопления пока нету. Магазин и рынок работают. Укрпочта и новая почта тоже работают. Гуманитарку раздают. Какое-никакое транспортное сообщение тоже будет. Банкоматы с деньгами бывают. Открывается отделение банка Ощад. На улице тепло, время собирать урожаи. Как-то вот так все. Всем хорошего настроения. До скорых встреч.